городской поликлинике номер 6 внезапно умер мужчина. Трагедия произошла в фойе медицинского учреждения. Как выяснилось, 49-летний Амич приехал в больницу вместе с женой, чтобы отдать анализы своей теще. Однако внезапно ему стало плохо. Мужчину у регистратуры обнаружил охранник поликлиники. Медики пытались помочь, однако спасти его не удалось. Причина смерти сейчас устанавливается. Данный гражданин получил всю необходимую помощь в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Несмотря на все проводимые мероприятия, мужчина скончался. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.